Вы знаете, обычного рядового гражданина санкции, которые они против России выставляют, я считаю, вообще не имеют никакого значения. От того, что на рынках не будет ножек Буша, так это только слава, потому что наши будут кушать здоровую нашу пищу. И то, что мы, не, например, не съездим в Юрмалу, не съездим в Украину, то я вам скажу одно, мы от этого не пострадаем. У нас прекрасные есть Байкал и другие места, которые многие люди, поехав только за границу, потому что она у нас была закрыта. А с питанием, я скажу вам, я, например, покупаю только российского производителя. Это не для рекламы, это действительно так. Я спрашиваю, это наши помидоры, это наши огурцы? Вот я их покупаю, я в них верю, в нашего производителя.